панорамка Иверского монастыря. Значит, вот он, собственно, Иверский монастырь. Вот. Вот озеро Валдай вокруг. Давай-ка озеро Валдай снимем. Вот так вот. Очень красиво. С высоты 160 метров. Вот такая вот красота. Иверский монастырь находится на острове посередине озера Валдай. Собственно, населенный пункт Валдай. Сейчас мы тоже до него дойдем. Сейчас будет видно. Вот он, вот этот город Валдай. Вот он, прямо перед красиво, тобой. Да, все тут очень запоминающийся вид. Сейчас, подожди, мы на Валдае повисим. Вот так вот. Посмотрим, нормально. Вот. Вот такая вот красота вокруг. Валдай большой, вон он. Да, я могу оценить. Круто. Все такое прям осень тут идеально колорирует. Да, очень прекрасно. Да, прекрасно. Желто-зеленый. Отлично, то, что нужно прям лучше творится. Так. Вот такая вот дорожка идет к Иверскому монастырю. Дорожка. Вот по ней проехали сейчас, собственно. Ага. Вот там вот мост. Давай-ка закончим снимать этот панораму. А, не, я вижу. Да видно, видно. Он там висит. Так, и вот так вот. Теперь можно чуть-чуть опуститься. Мы чуть-чуть опустимся. И вот так вот вокруг его снимем. Ну и красиво как. Не впечатляюще. Его относительно недавно реставрировали, то есть там это... Ну, он свеженьким, да, выглядит. Да, 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 да. Такой... Ну, тут же наши цари приезжают сюда. Тут два царя же приезжало, и Дима тоже приезжал. Да. Конечно. Поэтому он вот такой вот. Вот такая вот красота. Еще раз обзорчик. Вот. Ну все, я думаю, видео закончим.